Кутмандуу күнүңүздөр менен, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, республикалык штабтын пресс-борборунда Бишкек шаарынын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Орозалиев Алмазбек Кыдырмаевич маалымат берет. Маалымат жыйынды түзөөдөн ЛТР, КТРК, Алатоо 24, 5-чи канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, Эл ФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ радиоларынан, ЛТРдин YouTube каналынан, Фейсбуктан, Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана Биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга аласыздар. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели. Мы начинаем брифинг в пресс-центре республиканского штаба о ситуации в городе Бишкек на сегодняшний день. Расскажет заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек Орозалиев Алмазбек Кадырмаевич. Прямой эфир вы можете посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, Алатоо 24, Пирамида, Пятый канал, областных медиа-центрах, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке, на страницах Кыргыз Өкмөтү, социальное правительство и Биринчи радио. Алмазбек Кадырмаевич, вам слово. Рахмат, сил, урмату шардыктар. Бишкек шары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлдө алынды. Туруксуздукту болтурбоо максатында Бишкек шаарынын ички иштер башкармагын жана куралдуу күчтөрүн өздүк курамы тарабынан коомдук коопсуздукту жана жарандардын коопсуздугун камсыздоого багытталган иш-чаралар жүргүзүлдү. Бишкек шаарында аймагында өзгөчө кырдаал учурунда коомдук коопсуздукту сактоо максатында 32 чоң блокпосттор коюлган. Андан тышкары ички санитардык посттор 79, сырткы санитардык посттор 64. Күндүздүкү жалпысынан 410 пост, 1000 ашык кызматкер жоо патрульга коюлган. Ленин район боюнча 83, Свердлов район боюнча 80, Октябрь районунда 95, 1 май 55. Бишкек шаардыгы ички иштер башкармагынын боюнча 97 пост. Урматтуу шаардыктар, 10 апрелдин 20 жылдын Бишкек шаарында аймагында өзгөчө кырдаалды бузгандыгы үчүн бардыгы болуп 54 жаран жеткирилген. Ал эми түзүлгөн протоколдор жалпы саны 108 түзүлгөн. Коменданттын саат учурунда 57 жаран кармалган, анын ичинде 49 эркек, 8 аял. Жалпы кармалгандар бардыгы 25 марттан баштап 1665, анын ичинен эркектер 1445, аял 220. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал киргизгенден кийин 25 марттан 10 апрелине чейин аралыкта жалпы саны 693, анын ичинен 617 кылмыш иши жана жоруктар бети ачылды. Жасалма пропусттар боюнча Бишкек шаарында аймагында өзгөчө кырдаал киргизгенден кийин баштап ошо мурун эле айткан 45 эле факт катталды. Бүт бүгүнкү күнү ошол маселе көзөмөлдө, күнөө балдар биздин өздүк курам бүт текшерип атат. Бишкек шаарынын аймагында 5 обсервация жайгаштырган. Бул биринчи Чыңгыз Айтматов проспектисинде номер 93 аткеме мейманканасында улуттук онкология борборун обсервациялык палаталар да түзүлгөн. Бишкек шаарынын 3-чү линия көчөсү номер 25 Мамакеев атындагы улуттук хирургия борборунда обсервация түзүлгөн. Айылчиев көчөсүндө номер 61 дарегинде жайгашкан Гардын отель мейманканасына жана Фрунзе көчөсүнүн номер 428 дарегинде жайгашкан Достук мейманканасында жайгаштырган. Жалпы 2 апрелден баштап
10 апрельге чейин электрондук уруксат берүү система боюнча 21202 кайрылуу бизге кирген. Ошол менен биз тарабынан бекитилген 1091 уруксат. Так, здравствуйте, уважаемые горожане. Ситуация с общественной безопасностью на территории города Бишкек остается стабильной, находится под нашим контролем. Я, как ранее говорил, вокруг города Бишкек создано 32 крупных контрольно-пропускных постов. Кроме этого, внутреннее кольцо. Санитарные посты составляют 79, внешние санитарные посты 64. Также с 8 часов до 19 часов на территории города Бишкек осуществляется пеший патруль сотрудниками органов внутренних дел. Пеший патрулей составляет количество 410. Более 1000 милиционеров у нас осуществляет пеший патруль. По ГУВД города Бишкек 97 постов, Ленинский район 83, Свердловский район 80, Октябрьский 95, Первомайский 55 постов. Всего за нарушение чрезвычайного положения в городе Бишкек было доставлено 54 граждан, а общее количество составленных протоколов составило 180. Это в дневное время с 7 часов до 20:00. За нарушение комендантского часа задержано 57 человек, из них 49 мужчин и 8 женщин. Всего за период ведения комендантского часа задержано 1665, из них мужчин 1445, женщин 220. Всего с 25 марта по 11 апреля 2020 года на территории города Бишкек зарегистрировано 693 преступления, из них раскрыто 617. По подложным пропускам зарегистрировано 45 фактов. У нас этот вопрос находится на особом контроле. Личный состав в этом направлении работает. У нас по городу Бишкек расположено 5 пунктов обсервации. Это гостиница Аккеме по проспекту Чыңгыз Айтматова 93, Национальный онкологический центр, Национальный хирургический центр имени Мамакеева, отель Гарден и гостиница Досток. По электронной системе выдачи пропусков всего у нас поступило запросов 21202, из них одобрено 1091. Уважаемые горожане, я как комендант города Бишкек желаю вам хорошего настроения и позитивного настроя. Сегодня в нашем городе обстановка стабильная. Правоохранительные органы, медицинские, социальные работники поставленную задачу выполняют четко, своевременно и оперативно. Ранее жители жилмассива ряда пригородных сел нуждались в банковских услугах. Мы эту проблему решили путем выездных банков. Совместно с коммерческими банками с 10 апреля 2020 года с 10:00 до 15:00 часов в жилмассивах Ак-Ордо, Арчабешик, Алато, Босого, Мурас-Ордо, Халыс-Ордо, Енисай, Красностроительная начали работать выездные кассы. Комендатура продолжит совместно с банками организовывать обеспечение местных жителей банковскими услугами. Сервисное обеспечение граждан банковскими услугами в период чрезвычайного положения будут обслуживать такие банки, как Кереметбанк, РСК, АКБ Кыргызстан, Оптимабанк, Финка, Доскредобанк и Бакайбанк. На местах задействованы сотрудники милиции в целях обеспечения безопасности граждан, соблюдения правил чрезвычайного положения. Выражаю огромную благодарность работникам банковской системы за оказанную помощь гражданам в трудную минуту. Сейчас все государственные органы вместе с гражданами вкладывают колоссальный труд по предотвращению и предупреждению коронавирусной инфекции. В свою очередь, каждый из вас я прошу не покидать дома без личной надобности и всегда переживаю за вас. Для меня важнее всего это ваше здоровье. Пока одна часть наших медицинских работников работает в обсервациях, другие на выездах, третьи на постах, мы сотрудники милиции, военные, работники государственных органов в целях обеспечения безопасности государства и защиты здоровья населения предпринимаем и проводим активные комплексные меры по профилактике и противодействию опасной инфекции. Спасибо всем
за вашу поддержку, за ваше внимание. Убедительно призываю вас и прошу меньше контактов. Сидите дома, не выходите без особой, без острой необходимости. Мы также продолжаем получать, значит, вопросы. Я бы хотел ответить на наиболее задаваемые. Вот вопрос очень часто задаваемый. Скорая медицинская помощь отказывается выезжать на места вызовов. Я, уважаемые горожане, я прошу вас отнестись к этому с пониманием. Почему? Потому что очень много вызовов. Служба 103 работает 24 часа в сутки. День они обслуживают более 500 вызовов. Поэтому, если даже они приезжают с опозданием, я прошу к этому отнестись с большим пониманием. Значит, кто о нас будет заботиться? Я лично гарантирую вам, что все граждане нашего города находятся под защитой. Не буду обманывать вас, но в настоящий момент мы переживаем нелегкий период. Но как я вам до этого говорил и не раз обещал, что только мы вместе сможем пройти данный непростой путь. Давайте все вместе будем верить в успех. Очень часто задаваемый вопрос, это ощущается острая нехватка продуктов. Торговля продуктов, овощами, фруктами, мясом на рынках города ведется свободно. Продовольствия в городе в достаточном количестве. Да и вы сами видите, когда ходите на продуктовые рынки и в супермаркеты. Видите, что нет дефицита товаров первой необходимости. На данный момент, повторяю, не поддаваться панике, а самое главное, не верьте слухам и провокациям, потому что мы держим ситуацию под контролем. От вас требуется лишь человеческая поддержка. Спасибо за внимание. Спасибо, уважаемые телезрители, радиослушатели. О ситуации в городе Бишкек на сегодняшний день вас проинформировал заместитель министра внутренних дел, комендант города Бишкек Уразалиев Алмазбек Кадырмаевич. Прямой эфир вы могли увидеть, посмотреть и услышать на телеканалах ЛТР, КТРК, ЛТО-24, Пятый канал, Пирамида, от областных медиацентрах, а также на радиостанциях ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкиял ФМ, Марал ФМ, на YouTube-канале ГТРК ЛТР, в Фейсбуке на страницах Кыргыз Өкмөтү, Социальное правительство и Биринчи радио. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио кагармандар, сиздерге Бишкек шаарынын бүгүнкү күндөгү абалы тууралуу Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин орун басары, Бишкек шаарынын коменданты Оразалиев Алмазбек Кыдырмаевич маалымат берип өттү. Маалымат жыйынды түзөөдөн ЛТР, КТРК, Алатоо 24, 5-чи канал, Пирамида телеканалдарынан, облустук медиа борборлордон, ЛФМ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкиял ФМ, Марал ФМ радиолорунан, ЛТРдин YouTube каналынан, Facebook-тан Кыргыз өкмөтү, Социальное правительство, МТРК, ЛТР жана биринчи радионун баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Көңүл бургандарыңыздарга рахмат.